занятый. Grace Legault, Республика Южная Африка. Please welcome Grace Legault, Republic of South Africa. Ну а сейчас, дорогие друзья, достаточно экзотичное для художественной гимнастики зрелище, темнокожая гимнастка, но я думаю, что это только в плюс ей, ведь в художественной гимнастике очень важно внешнее впечатление произвести или хотя бы чем-то выделяться, да, на фоне остальных. Но вот в силу происхождения Грейс Легот может это сделать. Модельной внешности. Прекрасно сложено. Это не мешает ей прекрасно танцевать, выполнять интересные элементы, у нее хорошая амплитуда. И... Ну, как двигаются чернокожие ну, конечно, это танцоры, очень, это очень отдельная история. Да. Ну, учитывая... Мы приглашали, да, вот я хотела вам сказать, приглашали эту гимнастку на празднование 80-летия художественной гимнастики. Она принимала участие у нас в концерте в Мариинском театре. Хотя она не занимает, да, каких-то призовых мест, но... Но у нее есть шансы попасть на Олимпийские игры, потому что представит континент. Да. Поэтому вперед, работать и работать. Особенно удается Грейс Легот, ее композиции в национальных ритмах, я думаю, что мы сегодня увидим кое-что из ее программы. Слава богу, нет тейпа у гимнастки. В прошлый раз мы с вами спорили, может ли она носить черный тейп, хотя по правилам он должен быть бежевый. Но судя по тому, что ее не наказывали за это, наверное, должен.